Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с волжским межрегиональным природоохранным прокурором. Сейчас Вениамин Селифанов объезжает с инспекцией все подконтрольные его ведомству регионы и изучает экологическую обстановку на местах. Какую оценку республике дал ревизор, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В республике окружающую среду загрязняют меньше, чем в других регионах. Если в среднем в Поволжье, по подсчетам специалистов, за год каждый житель вдыхает в себя более 100 килограммов вредных веществ, то в Чувашии чуть более 20. Это и действительно большая разница. Михаил Игнатьев отметил, что в республике экологическая обстановка находится под строгим контролем. Нарушители не остаются безнаказанными. Нарушения выявляются, никого никогда не покрывали и не будем покрывать. Привлекается к ответственности, кто-то к административной ответственности, кто-то к уголовной ответственности, когда есть для этого, соответственно, соответствующие фактуры и нарушения. Но есть еще одна многолетняя проблема. В ближайшие годы регионам необходимо обустроить по всем правилам скотомогильники. В Чувашии эта работа проводится поэтапно, несмотря на ее дороговизну. У нас 61 в Чувашии скотомогильник. И я понимаю, что сделать и обследовать сегодня все скотомогильники за один год, за два, за три, за пять, это фактически невозможно. Это не один бюджет, это даже государство, наверное, сегодня не потянет, не сделает. Это тот вопрос, который требует решения. И мы знаем, что вы знаете эту проблему, что вы ее решаете. Вообще, Вениамин Селифанов отметил, что программу по снижению негативного воздействия на окружающую среду республика реализует эффективно. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков, Республика.